Всем привет, друзья, с вами Грегор, и это 32-й выпуск второго сезона проекта «Город в Майнкрафте». Заранее, друзья, извиняюсь за то, что у меня костюм Алекса, то есть скин его. Считаю то, что у меня не прогрузился мой родной скин, который был поставлен. Те, кто знает, это такой, пацан в синей одежде, то есть с черными волосами, друзья. Сегодняшнее обновление это то, что я давно строил, друзья, но давно было готово, но забыл показать его вам. Вот это 9-парадная 10-этажка, друзья, то есть та же самая, что и вот это такой же, там 9 подъездов. В принципе, по интерьеру ничем не отличается, по расположению балконов сзади тоже, но единственное отличие это материал строительства, то есть тут эта часть. Здесь каждый второй подъезд, черная часть подъезда, то есть второй, четвертый, шестой, восьмой, с этой частью, с этой отделкой из поли, ну не знаю, то ли отделка, то ли эта часть. Ну короче, эта часть была сделана из полированного гранита, а это уже из бирюзового бетона. Остальная деталь сделана из андезита полированного. Так вот, я изначально хотел вам показать, но изначально было сделано только 4 подъезда, а по плану должно быть 9. Ну и в общем я доделал, в общем готов был показать, но забыл. Забыл его вам продемонстрировать. Извиняюсь, что приостановил ролик, в общем. Так вот, в общем, доделано вот такое вот здание, друзья. В дальнейшем появится еще одна другая многоэтажка. Дальше будет школа здесь, вместо вот той деревни. И, в общем, я думаю, я все сказал насчет этого здания. Так вот, в предыдущем выпуске я продемонстрировал вам прокуратуру, гостиницу и ряд других ништяков, которые, которые показывал в предыдущем 31-м выпуске. Так вот, в этом выпуске, помимо жилого здания как на Галакова, я продемонстрирую вам полицейский участок, магазин одежды, зоомагазин и парикмахерскую. Причем не простую, а японскую парикмахерскую Чио-Чио. Не знаю, как в вашем городе, но в моем городе в Челябинске такая парикмахерская имеется, даже целая сеть. Ну и, разумеется, я, можно сказать, в Васятовске вкладываю частичку своего родного города Челябинска. То есть, вкладываю частичку того, чтобы чем-то напоминало мой родной Челябинск. И, ну, если не полностью, то как минимум частичку этого. Даже Екатеринбурга. Вот, да. Вот мы уже на месте, друзья. Вот она, парикмахерская, друзья. Тут у нас такой вот логотип парикмахерской, то есть красный кружок, как из флага Японии, и ножницы, то есть символ ножниц. Парикмахерская Чио-Чио располагается по адресу Залётная улица, дом. Тут у нас сидит менеджер, здесь ресепшн, друзья. Такой вот манер, то есть на уровне гостиницы. Ок, да. Так вот, здесь сидит менеджер, то есть мы записываемся на какой-то день в парикмахерскую. Дальше, тут у нас такие вот сидушки, есть такие вот кресла, тут нам голову моют, волосы, разумеется. Дальше, такие вот сиденья, то есть сидушки, зеркало, ведь зеркало сделано из плотного льда, но, к сожалению, в Майнкрафте по-другому это никак не сделать, это абсолютно никак. Тут у нас сиденье, то есть место вот для ожидания очереди. И, как неудивительно, склад. Тут у нас склад для различные инструменты парикмахера, тут ножницы, бритвы, насадки для бритвы, шампуни, там, в общем, все, что нужно парикмахерам для работы. Все. Следующее маленькое обновление зоомагазин уже в соседнем, располагается рядом с парикмахерской. И мне кажется, что строящийся микрорайон Абсолютный более, можно сказать, более обеспеченный, чем первый микрорайон и микрорайон вокруг сквера. То есть это квартал Пономарёвский. Ок, да.
Так вот, в общем, почему поле обеспечено? Все дело в том, что есть парикмахерская, рыболовный магазин, Леруа Мерлен, то есть авторынок, автомойка, и даже Икея здесь. В первом микрорайоне разрешу только поликлиника, то есть и вокруг него жилые дома, и все. Ну, второй микрорайон тоже не промах, то есть... То есть бассейн, дом культуры, школа там тоже имеется. В принципе, все, что я сказал, друзья. То есть это чисто было мое мнение, чисто мое мнение насчет первых двух микрорайонов в Айсатовске. В общем, так, в общем, такое было лирическое отступление, друзья. В общем, приступим к обзору зоомагазин. Тут у нас такая вывеска зоо. Вот маленькое здание, друзья. Зоомагазин «Моя прелесть». Тут у нас такой вот аквариум, типа там рыбки сидят. Тут у нас даже полка с товаром. Не знаю, что там может продаваться для животных, то есть типа лекарства, там корма для животных, там различные аксессуары, типа ошейники, там поводки и так далее. Тут у нас табличка, где указан индивидуальный предприниматель, то есть владелец и касса. Летим дальше, тут у нас магазин одежды и полицейский участок. Начнем с магазина одежды. Минуточку. Так, друзья, извиняюсь за то, что прервался, друзья. Вот, магазин одежды и телебой. Кстати, друзья, в общем, я решил обзавестись еще одним. Регионально, так сказать, региональной сети, то есть имеется у меня только сеть магазинов, то есть проспект и девятка. А теперь у меня будет в составе и сеть магазинов одежды и обуви «Телепорт». Это название я чаще применяю для магазинов одежды, хотя я применяю и второе, то есть «Портал», но «Телепорт» как-то, можно сказать, более, не знаю, то есть... Если у вас есть свои идеи для магазинов одежды, то пишите в комментариях под видео. Ребята, извиняюсь, что решил снова прерваться, друзья. Так вот, магазин одежды и обуви снаружи. Тут у нас примерочная, так вот, то есть заходим, примеряем обувь, то есть одежду или джинсы, например. Тут у нас полки с одеждой и обувью, касса и все. Дальше вот так вот панорамное стекло. Вот. И последнее, извините. Последнее нововведение в этом видеоролике – это полицейский участок, или же участковый пункт полиции номер 2 города Айсатовска. Тут у нас такое вот кирпичное здание, гараж имеется, и такие вот декоративные ставки в виде флага России, даже здесь флаг России. Тут у нас дежурная часть, вот у нас обращаемся туда за помощью. Вот в дежурную часть для сотрудников. Дальше проводится экспертиза. Тут у нас эксперты сидят. Дальше. Оперативная группа. Здесь. Вот так вот. Так вот, маленький кабинет у следователя. Дальше. Пункт выдачи паспортов или же паспортный стол. Вот. Склад или же комната вещдоков. Допрос, комната для допросов. Архив, такой вот архив небольшой. Еще один паспортный стол, такой же с сидушками. Поднимаемся на второй этаж, тут некоторые кабинеты без табличек, то есть некоторые повторяются, вот, кладовка, как в паспорт на столе, только уже, тут различные сержанты сидят, полковники, майоры и так далее, здесь полковник сидит, тут различные собрания проводятся, мероприятия и так далее. Еще одна комната, кабинет, то ли комната, то есть
Ну, как бы там не особо обустроено, правда говоря. И дальше главный бухгалтер. Ну, кабинет бухгалтера, вот. Вот такой получился спидран по обзору на полицейский участок, друзья. Понравилось или нет, решать вам. А с вами был Грегори. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, рекомендуйте свои идеи для постройки города в Майнкрафте. А я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч, до новых роликов. Всем пока.